Так, ну что, играем Love Story Индила. Story by Индила. История любви певицы из Франции Индила. Спасибо, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Мне кажется, очень красивая композиция. И как именно фортепианная версия, она, мне кажется, звучит вообще как будто она написана для фортепиано. Такой очень красивый вальс. Мне очень нравится она.